И всем снова привет, мои дорогие зрители. Сегодня мы будем играть в игру, которая называется Мистер Мид. Вообще, я ее уже давно снять пытаюсь, просто все никак не получается. Вообще, раньше эта игра называлась Психопат Хант. И там ходил такой маньяк, похожий на Джейсона Вурхиса из фильма «Пятница 13-е». Потом права вот на эту вот игру у разработчика Психопат Хант купил разработчик игры Evil Nun, которого вы уже знаете, собственно, эту игру про монашку. Вот он купил права на эту игру и сам ее стал дорабатывать. Вначале он поменял вот эту маньяка, мясника, он его как зомби сделал. Страшный был этот маньяк очень в образе зомби. Но потом еще все на английском языке было. А потом он переименовал игру из Психопат Хант в Мистер Мид, сделал уже другого мясника, не страшного уже совсем. И русский язык добавил. Ну а с этого момента выходило еще много обновлений, где всякие прикольные ништяки добавляли. Так, сложность я выбираю легко. Тут вот написано, разыскивается за вознаграждение. В этой местности пропала девушка, Амелия Кларк, 28 лет, брюнетка. Последний раз ее видели на территории мясника Мистера Мита. Требуется профессионализм и внимательность. Но сегодня я вам чисто концовки покажу. Одна вот старая здесь концовка, я знаю, одна новая. А раньше еще в старой версии, где, когда еще Психопат Хант игра называлась, он, если ты проиграл 5 раз, то концовка, типа он, твой труп замотанный в какой-то балахон, кидает на этот, на пол. И уже начальная сцена тут тоже другая. Тут ты к нему в дом пробираешься. С дробашом уже. Нужно сюда выстрелить. Двери откроются. Так, а теперь надо, чтобы он нас грохнул. Опа. Заметил. Надо, чтобы он нас грохнул сейчас. А потом тут добавили уже другую концовку. Сейчас вы ее увидите, наверное. А недавно еще новую. То есть тут две концовки. Вон он, чешет. Вот он так говорит, когда спалит. На тебе, блин. Я покажу вам еще одно местечко, где можно сдохнуть. Сейчас покажу. Во. Ванна с кислотой. Кроме того, можно сделать двойную смерть. Смотрите как. Или это было одиночное? Нет, не получилось. А то просто есть тут такой баг, если его, конечно, не пофиксили. Сейчас. Опа, спалил. Ладно, давай, бей меня, придурок. Так, вот сейчас можно, наверное, попробовать использовать двойную смерть, если этот баг все еще рабочий. Ра! Эй, ты! Иди сюда, жердяй! Пришел жердяй. А, нет, значит, пофиксили.
Он 5:00 последний час. Ну давай, бей меня. Сейчас взглянем на концовочку. Опа, это новое. Это новое. И чё? Так, мы в комнате с цепями. Это я знаю, где она находится. Так. А здесь мясник. И он меня забивает. Всё, он меня забил. И миссия провалена. Так, ну а теперь сейчас старую концовку покажу. Опять сейчас сдохнем нужное количество раз. Сейчас только подождите маленько. Так. Это я тут просто кое-какие дела еще делал. Я знаю, что надо выстрелить, чтобы попасть в дом. Ра! Бабах! Значит, все-таки баг с двойной смертью пофиксили. А то раньше ты и от кислоты сдыхал, и этот чубрик тебя бил. Быстро как примчался. Это же изи, а не экстрим. Пип-пип. Па. А-а-а. Так, ну все, сейчас надо еще сдохнуть пару раз. Ра! Блин, все бьет меня и бьет. И он тут, понятное дело, когда он еще в старой версии, он ходил с мачете, потом, когда с зомби, он ходил с топориком для мяса, а теперь ходит с какой-то ногой поросячьей. Точнее, это просто кусок мяса на масле. А чей именно, не шарю. Так, надо еще, значит, сдохнуть. Ну хорошо, сейчас сдохнем. Пип-пип. Да. На тебе. Итак, а вот и старая концовка. Мы посыпаемся, видим мясник с ногой с чьей-то. Ногу держит. Смотрим, а у нас нет одной ноги. Он нам ногу отрезал. И опять миссия провалена. Вот такие, собственно, концовочки. А в следующий раз я вам покажу, как эту игру уже пройти. До новых встреч!